Вот уже второй день в Большом Сочи светит солнце. Но о том, что жизнь здесь вернулась к привычному ритму, говорить еще рано. Жители потопленных поселков до сих пор вычищают грязь из своих домов и дворов. На улицах работает спецтехника. А без резиновых сапог невозможно пройти и метра. Сильный дождь в Азерском районе лил все минувшие выходные. По данным МЧС, здесь выпало более 200 миллиметров осадков. А на эту краевую дорогу сошли мощные сели. Но местные жители ближайших поселков утверждают, что помимо всего видели еще 3 смерча. Ситуацию глава региона оценивает сначала с воздуха. Вениамин Кондратьев вместе со своими заместителями, главой Сочи и сотрудниками МЧС облетает все подтопленные районы. После уже в поселке заходит практически в каждый дом, куда пришла вода. Аут Хагапш одним из первых принял на себя удар стихии. Местные жители до сих пор со страхом вспоминают, как пережили этот вечер. Так страшно было. Вода идет. Муж с сыном висели на этом самом. Я стояла на столе, орала. Знаете, очень страшно. Вы это пережили, Очень а мне сейчас важно пройти ногами то, что вы пережили. Чтобы я мог четко сам понимать, что сегодня делается и что нужно сделать для того, чтобы вернуть вашу жизнь в нормальное русло. Я и приехал, чтобы посмотреть, что на самом деле. Вот доклады хорошо, но когда своими глазами видишь, лучше. Учреждите комиссию, актируем, но, Андрюш, здесь однозначно, если налицо частичное, то значит компенсируем без всяких оборотов. Впрочем, вода принесла не только мусор и грязь. Футбольное поле просто усыпано огромными камнями. Из 70 домов в ауле больше 10 оказались серьезно повреждены, а 2 полностью разрушены. Всем, кто остался без крова в ауле и соседних поселках Марьино и Татьяновке, по решению губернатора выплатят компенсацию. В первую очередь помощь окажут тем, для кого это было единственным местом проживания. Масштабы разрушений могли быть гораздо больше, если бы накануне местные власти на свой страх и риск не расчистили русло рек, считает Вениамин Кондратьев. Сегодня эти работы официально находятся в ведении Министерства природы России, за исключением чрезвычайных ситуаций. Краевые власти уже не раз выходили на федеральный уровень с инициативой наделить этими полномочиями регионы. Вот и сейчас, после схода сели, реки вновь нужно срочно расчищать. Коллеги, мы сегодня отвечаем перед населением, что происходит. Вот мы отвечаем. Поэтому бумага, которая даже есть, которая предписывает нам делать одно, а жизнь предписывает другое. Давайте делать то, что предписывает нам делать жизнь. Вот люди. Вот сегодня мы это отмываем, размываем. А завтра, не дай бог, посильнее что-то, уже будет крик. Сегодня его нет, потому что вовремя все меры начали принимать. А если мы вот эти вот оставим реки, эти поймы, забитые, замусоренные, заваленные поймы, поверьте, не дай бог, опять сильный дождик, и даже дождичек. И опять все выйдет из берегов. Вот тогда точно никакая инструкция, никакой норматив, предписание нам не поможет. Ликвидировать последствия разгула стихии приезжают волонтеры и спасатели из соседних районов. Все подъездные пути к поселкам свободны для техники. Закончить восстановительные работы в домах и дворах планируют в течение 3 дней. Но вот для того, чтобы полностью открыть для транспорта дороги, понадобится гораздо больше времени. Мария Крошина, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Сочи.